Северной Осетии снова действует штормовое предупреждение. Град, ливень и шквалистый ветер обрушились на Алагир. Жители города сообщают, что потоплены улицы. На некоторых повалены деревья. Часть города и селения Црау обесточены из-за обрыва линии электропередач. Поваленными деревьями перекрыты две главные улицы – Коста и Ленина, сообщили в МС Алагирского района. Как сообщает МЧС со ссылкой на гидрометцентр, непогода в регионе сохранится в ближайшие дни. На реках возможен подъем уровня воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема.